Вы идете сегодня на первую прививку против новой коронавирусной инфекции. Вакцина «Спутник Ви». Галина Линдеркина, сотрудник крупного гипермаркета, решила привиться от новой коронавирусной инфекции, поскольку ежедневно приходится работать с товаром и общаться с покупателями. А правила гигиены и безопасность в сфере торговли на первом месте. Важно мне, конечно, обезопасить всех окружающих, чтобы никто не заболел, чтобы сама не заболела. Ответственные, на самом деле ответственные, все переживают за свое здоровье, за здоровье своих близких. У нас сотрудники это все с детьми, и, конечно, работаем в таком большом гипермаркете, народу очень много, вот, и поэтому для того, чтобы обеспечить защиту своей семьи и там престарелых родителей, и своих детей, конечно, все осознанно делают выбор и в пользу вакцинации. Идти в поликлинику не пришлось. Выездная бригада медиков организовала прививочный пункт на территории торгового центра. Процедура осмотра перед вакцинацией стандартная. Человек заполняет анкету пациента, где он указывает все свои заболевания, указывает, есть ли у него жалобы, пишет о своем самочувствии, были ли у него аллергические реакции. Проводится дополнительно термометрия. Определение насыщения крови кислородом методом сатурации. Измеряется частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений, измеряется артериальное давление. Если нет никаких противопоказаний, можно делать первый компонент вакцины. Через 21 день второй. Сейчас в гипермаркете привились более половины сотрудников, в том числе и руководящий состав. Выработать коллективный иммунитет возможно, если привьется более 60% населения. И это сегодня приоритетная задача. Напомним, в регионе действует постановление главного санитарного врача по Самарской области об обязательной вакцинации отдельных групп работников. Эта мера поможет предотвратить распространение инфекции в коллективах и в обществе в целом. Светлана Кудрявцева, «События».